я уже и любовь вижу здесь, наша, с Кузбасса. И Николай Брюхов приветствую из Челябинска, но в данный момент с Нью-Йорка. Игорь Хальзов, Денис Рудняк, это Минск. Я уже, друзья, уже всех скоро по это знать буду и по именам, и по никам. Это, конечно, с одной стороны, друзья. О, Борис, привет, привет от викингов. Да, то есть, с одной стороны, друзья, это, конечно, хорошо, но с другой стороны, все-таки после уже практически таких 2 лет непрерывной будут новости из Дубая. Обязательно будут. После 2 лет, друзья, и то, что мы собираемся опять аудитории в 200-250 человек, и все уже друг друга знаем, это уже все-таки превращается в такой между собойчик, такой клуб по интересам любителей и сторонников Skyway, но все-таки, друзья, с точки зрения построения именно краудинвестинговой системы, мы, конечно, должны расширяться, работать. И здесь, друзья, мы все-таки, начиная со следующего месяца, с Алексеем будем серьезно переформатировать работу, менять. Вот именно из соображения, чтобы мы с вами, друзья, активно росли, активно двигались. Ну что, друзья, 11 апреля 2018 года, среда, значит, традиционный у нас технико-экономический вебинар по проекту Skyway. Мы, друзья, с вами сейчас находимся в очень важном моменте. Вы помните, что сегодня в 23.59 будет смена дисконта, перехода с 10 этапа на 11 этап. Это означает, что те цели и задачи, которые ставили перед компанией и перед коллективом, который реализует проект, они выполнены. Значит, компания может взять на себя обязательство объявить о том, что мы переходим к следующему этапу развития. По меморандуму, вы помните, это 15 этапов, по завершению которых технология должна уже выйти на полное самофинансирование, на саморазвитие и уже идти полным ходом по капитализации интеллектуальной собственности, которой сегодня обеспечены все обязательства, которые мы с вами оперируем. Сразу, друзья, скажу, то есть перед этим, помните, мы говорили, что ждите новостей. Сегодня наступило 11 число, активная идет работа в Дубае, об этом мы поговорим еще подробнее. Но, друзья, мы говорили, что результаты отчасти и смены этапов будет связан с результатами эффективности, которые сейчас идут в разных проектах, в разных частях мира. Отчасти такой сегодня активной точкой роста и активной именно системой, где развивается активно Skyway, это сегодня Арабские Эмираты. И Дубай сегодня центр. Видите, но, друзья, сразу давайте введу такую определенную... Да, друзья, это как раз есть недостаток в перископе, что когда звонит, сбивается. Поэтому это, к сожалению, недостаток всех мессенджеров, а переформатировать нельзя. Вот. Значит, друзья, сегодня в 8 часов я вам рекомендую, помните, как в наши старые советские времена говорили, включить все телевизоры и радиоприемники. Будет очень важная и очень серьезная новость, и вы поймете о том, когда я говорил, что происходят очень важные события, о том, что новости сегодня очень серьезные, поэтому, друзья, рекомендую всем сегодня в 8 часов по московскому времени ждать очередные очень серьезные изменения новости в проекте Skyway. Это, друзья, не пустые слова, вы когда увидите это, вы поймете, что имелось в виду, когда мы первый раз говорили с Алексеем о смене дисконта и то, что этот дисконт идет на фоне очень и очень серьезных изменений. И так, тут все спрашивают, нет, по идее перископ идет. Борис, у тебя идет перископ в этом самом Норвегии-то? Вот, потому что так у меня все показывает, что все идет нормально. Поэтому, друзья, давайте сейчас уже говорить о том, что сегодня осталось там несколько часов до смены дисконта, и давайте быстрее
что-либо делаете, это не совсем правильно. Все, что надо было сделать и можно было сделать, все. Вячеслав спрашивает, на каком ресурсе новости в 20 МСК? На всех. Вячеслав, вот поверь, что не пройдут мимо эти новости, которые будут в 20 часов. Вы просто все увидите и все поймете. Вот, поэтому сегодня по определенной договоренности, по логике, которую мы устраиваем, я эти новости не озвучиваю. Так же, как мы не говорили, когда собирались в Праге с топ-экспертами и региональными лидерами о том, что на следующий день будет смена дисконта. Мы, естественно, как директора все это знали, но исходя из той общей логики информационного поля, которое сейчас выстраивается, это идет только от конструкторского бюро, от головной компании НРСВ. Только тогда мы уже эти новости дальше комментируем. Поэтому сейчас, друзья, можете поверить мне на слово, и тут, Вячеслав, как бы мы там ни обсуждали новости или вещи, которые я говорю заранее, наверное, трудно меня упрекнуть в том, что что-то потом не происходило и что-то потом не было важным. Поэтому давайте, друзья, на 20 часов сегодня ожидать, естественно, что все, что мы увидим и услышим, и в чем будем принимать участие, все это идет на фоне новостей из Дубая. В Дубае, друзья, уже третий день сейчас идет выставка, очень значимая выставка для всего арабского мира, для инновационного мира. Это именно демонстрация всех возможностей, которые сегодня могут применяться для развития и построения именно новых интеллектуальных городов, новых умных городов. И естественно, что без Skyway, без того, что мы с вами создаем, без Транснета, это сегодня глупо рассматривать, так же, как сегодня невозможно представить формирование новой среды обитания без информационного пространства, без интернета, без мобильной связи. И сегодня, если кто-то говорит, что я буду развивать или строить, Тимур, на телевидении или на инете будут, новости все будут на наших ресурсах. Вот, так что про телевидение пока еще рано говорить. Борис выбивает, но что делать? Интернет дает сбои, поэтому меня тоже жалуются сейчас, что и перископ постоянно выбивает. Я просто по количеству участников смотрю, то залетает там 200-300 человек, то 21 человек. Ну, это, друзья, все сервисы. Мы по Мирополису с вами тоже были весьма недовольны, то есть мы много с ними переписывались. Но я могу сказать, что в последнее время Мирополис реально изменил сервис, доработал. И пока к нему вот нарицания нет, пока работает нормально. Так вот, друзья, по Дубае вы видели, наверное, репортажи все Виктора Бабурина, который есть. Значит, Леонид, когда будет готовить вам боевой листок, все ссылки, которые я сейчас говорю, они все будут вставлены в боевой листок, поэтому все, что мы говорим, тезисно будет в этих материалах, и, соответственно, все ссылки на материалы, которые я упоминаю, они также все будут в этом информационном листке, который мы переводим потом на, вот сейчас, по-моему, на 11. Зачем так интриговать, Дмитрий? Может, у кого-то сердце. Но, Дмитрий, ну что делать, так сказать? Должна же быть в нашем деле, в нашей такой повседневной жизни хоть какой-то элемент такой неожиданности и, скажем так, сенсации. Меня очень много сейчас уже начинают писать, что вот где-то не успели, дисконт заканчивается, не успели оформить, не успели завести в кабинете там определенные средства. Друзья, это каждый раз происходит, для нас это ничего нового. Мы просто в прошлый раз объявляли, в этот раз приняли решение о том, что никаких продлений не будет. Вот именно в таком плане, как раньше нас просили, что дайте еще неделю, не 10, просто для того, чтобы происходили или смена дисконта, или переход на новый этап, должны произойти определенные очень важные этапы. И сегодня, как мы обозначили там более 2 недель назад, что переход с 10 на 11 произойдет 11 апреля в 23:59. Вот, соответственно, никаких изменений в этом плане нет и быть не может. А все остальное, друзья, по тем новостям, то есть информацию получили, я думаю, что когда вы услышите или прочитаете эти новости,
в 20 часов по московскому времени, соответственно, вы поймете, какая огромная подготовительная работа и какая глубина стоит за тем, что сейчас происходит. Соответственно, интервью, которые уже два таких крупных интервью прошли с Виктором Бабуриным, они показывают и атмосферу того, что происходит в Дубае, и стенд, который сегодня есть, и, как всегда, интерес всевозможных делегаций к Skyway. Здесь, друзья, можно сказать, что это очень, уже можно сказать, состоявшаяся, успешная презентация и выступление команды Skyway во главе с инженером Юницким, который сам представляет технологию. Проведено огромное количество переговоров, подготовлено огромное количество сейчас уже соглашений. Вот, соответственно, все это мы с вами в ближайшее время уже увидим и будем принимать в этом самое-самое непосредственное участие. Вот. Основной вывод, который сейчас идет из презентации и из... Так, что-то мне очень жалуются. Очень жалуются на перископ. Друзья, давайте я сейчас выключу трансляцию, потом заново включу. Может быть, так будет? Так, сейчас, друзья, потому что, опять же, мы не то что сталкиваемся, а вопрос в том, что некоторые смотрят вебинары только по перископу, поэтому приходится учитывать... Сейчас. Так, извиняюсь за некую задержку. Просто я говорю, тут меня очень просят, чтобы трансляции параллельно шли в перископе, поэтому вот я эту просьбу выполняю. И, друзья, по Дубаю, что очень важно понимать и какой основной вывод можно сделать вот из этой презентации технологии Skyway, команды Skyway, личной презентации Юницкого, в том, что технология сегодня готова представить те решения, которые ждет сегодня весь цивилизованный мир. Сегодня основные проблемы мегаполисов – это проблема экологии. Это пробки прежде всего, скорость передвижения и загрязнения среды. Это скорость перемещения, что непосредственно связано с трафиком. Это безопасность, то есть та аварийность, сегодня, которая происходит по дорогам. Это, соответственно, все, что связано с продуктами жизнедеятельности, то есть обеспечение коммунальной инфраструктуры городов. Это сегодня и удорожает, и усложняет, и зачастую делает жизнь городов практически невозможные. И все эти сегодня вызовы, которые нам дает сегодня техногенная цивилизация, техногенная экономика, техногенное распределение и ресурсов, и построение сегодняшних городов, на все эти вызовы отвечает Skyway. Skyway сегодня дает новую логику умных городов, и вы не раз уже слышали, мы будем еще об этом говорить, это логику линейных городов, когда города будут распределены вдоль трасс Skyway, и там будет совсем другая, соответственно, логистика перемещения товаров, услуг, людей, информации. И это будут города, где такое понятие, как трафик, такое понятие, как пробки, будут отсутствовать вообще. И, соответственно, по мере развития Транснета, по мере развития адресных проектов с применением технологии Skyway, это на ближайшие годы, оформится именно Transnet Space, как мы говорили, это новое пространство уже с транспортной технологией нового уже тысячелетия, 21 века, и тогда перемещение из любой точки мира в любую точку мира станет абсолютно реальностью, и транспорт для нас, и легкость перемещения станет точно таким же доступным и легким сегодня в эксплуатации и в использовании услугой, как сегодня интернет. Какое-то время назад, мы тоже об этом говорили, те информационные возможности, которые нам дал сегодня интернет и современные кремниевые технологии, казались просто фантастикой. Сегодня без этого жизнь
не представляется уже, и эта услуга настолько глубоко вошла уже в нашу повседневную жизнь, в нашу суть, что сегодня, выйдя из дома без мобильного телефона, уже понимаешь, что ты на определенное время выпал из информационного поля, из цивилизации. Поэтому сегодня нету разницы, где находится человек. Вот лично по себе могу сказать, что перемещение, там, неважно, машина, такси, аэропорт, гостиница, находясь постоянно в информационном поле, где работает огромное количество мессенджеров сегодня, я тут посчитал, у меня их уже больше 10, по которым идет постоянно, где есть специализированный обмен информацией, либо совещания идут с командой, которая работает сегодня по блокчейн-платформе Transnet, где идет работа по совету директоров Skyway Capital, где идет общение с чатами, и по чатам с нашими партнерами, я стараюсь тоже везде принимать участие, на какие-то вопросы отвечать. Поэтому, друзья, это все тоже реальности нашего времени. Недавно, помните, я много раз приводил пример своему 8-летнему сынишке, который тоже, когда у нас дома забарахлил интернет, он подошел, такой: папа, говорит, а у тебя вот какой в детстве был интернет? И я несколько так шевался, ему говорю: слушай, ну вот когда я даже не то, что в школу там ходил, во второй класс, а еще и когда я в институт ходил, даже потом, когда в аспирантуре учился, тогда еще не было интернета и компьютера, я только уже так получил как бы в пользу, тогда, когда защитил только кандидатскую диссертацию. Вот. Для него это, конечно, непонятные были слова, но мне тут в развитии этой темы прислали, ну, это, как не знаю, уже анекдот, не анекдот, когда подходит сынишка к папе и говорит: папа, а у тебя в детстве интернет и компьютер был? Он говорит: нет. А смартфон у тебя был? Он говорит: нет. А игровая приставка к телевизору была? Папа говорит: нет. Он тогда говорит: папа, а ты в детстве динозавров не встречал случайно на улице? Вот. И мне так стало забавно с такой постановкой вопроса, что для вот этого нового поколения им невозможно представить, им кажется, что если мы говорим, что в нашей юности, детстве, молодости не было интернета и компьютеров, то это было настолько давно, что в этом представлении по улицам должны еще и ходить динозавры. Вот. Хотя, друзья, развивается и техника, и технология, и процесс настолько стремительно, что это, ну, лично меня, как человека, который находится именно в команде и на острие того, что развивается, меня, друзья, это не может не радовать. Я на это смотрю с большим, сказать, таким удовольствием, и приятно осознавать, что это делается нашими совместными усилиями, это делается нашими руками, это делается совместным интеллектом, то есть и конструкторского бюро, и инвестпроводящей системы, и фондов, которые работают, и сейчас блокчейн направление, и все это направлено на то, чтобы развивалась технология, развивалась среда, строился Transnet, и уже как финансовый инструмент, друзья, мы с вами получали достойное вознаграждение за те риски, которые мы на себя взяли, продвигая, развивая, популяризируя технологию Skyway. Сегодня уже, ну, мы тоже несколько раз к этому возвращались и говорили, что сегодня уже глупо говорить, или там уже смотришь как на неадекватных людей, которые говорят, что я 3 года или 4 года сижу, у вас ничего не изменяется, или там вы за 4 года так ничего и не построили, или там у вас, я слышал, одно и то же. Ну, друзья, здесь это неинтересно комментировать, вот, потому что те, кто с другой стороны слышит, они слышат, они читали меморандум 2013 года, они видят сегодня 4 разновидности подвижного состава, который строится, о том, что идет только 2 года назад, мы только заикнулись и поставили проблему о том, что сегодня нужен легкий прогулочный транспорт, юнибайк уже через полгода он вышел на испытания, был продемонстрирован на иннотрансе в Берлине, сегодня это уже засертифицированный существующий транспорт, и уже идут проектировки и реальные бизнесы с применением этой технологии. Точно так же пошел Юнибус. Мы на ваших глазах, друзья, мы все свидетели, что только началась рождаться концепция дронов, которые будут летающими кранами и использовать в технологии строительства Skyway труднодоступных скальных и участках болотистых. А сегодня уже Юницкий реально разрабатывает и приступает к испытаниям уже реальных летных аппаратов. Тут много задают вопросов, увидим ли мы на их на Экофесте. В
Движения, естественно, нет, а сами дроны, естественно, ну, опять же, друзья, скорее всего, увидим. Вот, поэтому сегодня мы только, вы видели в репортажах, это вот буквально считанные месяцы назад, может быть, 3-4 месяца, может быть, ну, 4 месяца назад, помните, когда Михаил Кириченко брал интервью у главного конструктора инженера Юницкого, он сказал, что мы начали работать по применению новых материалов, углеволокна, а сегодня уже реально речь идет о том, что на Экофесте мы с вами вполне вероятно можем увидеть уже новую трассу с пролетами там. Вот меня спрашивают, а будет ли пролет 800 метров? Нет, друзья, там весь участок всего километр, поэтому также будет пролет 400 метров, но, друзья, это толщина трассы 2 айфона толщиной, поэтому и расчетные характеристики этого, этой путевой структуры можно делать один пролетом до 5 километров. А Юницкий сказал, что в расчетах можно даже теоретически увеличить. Вот, поэтому, друзья, это как раз вот те направления, которые зарождаются, подключаются, мы дальше видим их реализацию. То есть и в свое время так возник мини-байк, легкая система, потом возник уже легкий юнибус на этой жесткой, полужесткой и гибкой системе. Потом мы увидели юникар 18-местный, а в перспективе до 48 мест для такой же, для этой же легкой путевой структуры. Возникло направление юниконт, то есть это перевозка контейнеров и, соответственно, вся изменение логистики. И это реально позволило уже с переговорах с определенными правительственными чиновниками, делегациями декларировать о том, что Skyway может убрать все фуры с европейских дорог, с американских дорог, что это может быть другая транспортная логистика, что это другая логистика в погрузке и перегрузке в портах. И все это уже, друзья, выходит в адресные проекты, в построение бизнеса, чем сегодня активно и занимаемся активно. Активно процесс идет. Поэтому, друзья, на фоне вот этого, скажем так, прохождения сегодня, ну, бенефиса или этого очень важного момента демонстрации технологии Skyway в Дубае, именно на выставке, где обсуждается города будущего. И в этом плане очень здорово прозвучала фраза в интервью, сейчас скажу, это Юницкий, это в статье, которая прошла. Вот, он очень четко заметил, что, друзья, города будущего невозможно строить с транспортом прошлого. Соответственно, в города будущего должен войти только новый транспорт. Должна войти новая система, коммуникационная, энергетическая, информационная, транспортная. Это все, что объединяет в себе Skyway. И именно это будет определять логику умных и новых городов. А мы, друзья, со своей стороны можем добавить и четко говорить, что все невозможно дальше развивать и сам транспорт, и систему управления, и логистику, и учета без применения технологий блокчейн. И с этими целями именно наша команда разработала новую блокчейн-платформу, она так и называется, Transnet, и целью и задачами которой является именно создание совокупности приложений, которые будут стимулировать адресные проекты, которые будут стимулировать строительства и развития Transnet. И каждая деталь, каждое все, что будет делаться на этой платформе, будет направлено только на поиск адресных проектов, на разработку, на предпроект, потом проект и организации системы инвестирования через токенизацию, через новую систему построения. Это, друзья, следующий шаг идет и в логике инвестирования, вообще инвестиционной деятельности, и с точки зрения прозрачности, и с точки зрения уверенности и отчетности перед инвесторами. Это все, друзья, абсолютно новая вещь. Это никто никогда в мире не применял. Но вы, наверное, не раз от нас уже слышали эти слова, потому что это действительно то, что идет на острие науки. То, что сегодня создается Skyway, уникально во всем. Это уникальная транспортная система. Это уникальная информационная и энергетический коммуникатор. Это уникальная система распределения и расселения. Это уникальная система доступа к труднодоступным, но очень востребованным природным ресурсам, месторождениям. Все это в совокупности, друзья, строит новый мир, который называется Transnet Space.
И в этом плане все технологические ответы сегодня есть. И опять же, очень часто задаваемый вопрос, и он абсолютно, друзья, логичный, я абсолютно его понимаю с точки зрения людей, что зависит, потому что все смотрят телевизор, все читают интернет, все видят, что происходит, и насколько сложное время, друзья, которое мы сегодня живем. То есть насколько геополитическая, насколько экономическая система противостояния всевозможных, скажем там, групп сегодня обостряется и приобретает такую яркую форму. Мы с вами видим конфликты и напряжения, которые идут по всему миру. Мы с вами видим то, что сгущается и сегодня вокруг самого существования Российской Федерации и экономики, которая сегодня есть. И, соответственно, очень много задают вопросов, пытаются нас вытянуть на какие-либо либо положительные, либо отрицательные анализы. Здесь, друзья, я всегда отвечаю только одним образом, что SkyWay вне политики, SkyWay вне каких-то конфликтных ситуаций, SkyWay решает те проблемы и вопросы, из-за которых они возникают. SkyWay – это чисто технологический продукт, это чисто технологическое развитие, это техногенная экономика, точнее, это то, что идет на смену техногенная, это экогенная технология и экогенное построение технологии. То есть сегодня, когда нам говорят, что нехватка каких-то территорий, SkyWay решит эти вопросы. Нехватка природных ресурсов, SkyWay решит эти вопросы. Нехватка сегодня природной воды, один из сценариев конфликтных ситуаций, SkyWay решит эти проблемы. Расселение, рабочие места, экология, это все решает SkyWay. Поэтому у нас сегодня нет предмета для конфликтов. Сегодня только одно, то, что сегодня и смущает, это медленное развитие SkyWay. То есть это то, что он сегодня не строится миллионами километров в год, а, соответственно, десятками и сотнями тысяч километров в месяц, а можно довести и до определенных суток. Так вот, друзья, это все не за горами, это все подходит, и поэтому не зря, друзья, что вслед за тем лозунгом, который мы долго декларировали, и это считается нашим основным девизом, который вел Юницкий в 2013 году, это «Строй SkyWay, спасай планету», то есть действительно отодвигая те экологические катастрофы, которые надвигаются, SkyWay решает эти вопросы. И следующий вопрос, который мы сегодня ввели, и это является девизом уже к блокчейн-платформе Transnet, это «Technologies Unite», то есть технология объединяет. Поэтому, друзья, у нас нет предметов и нет конфликтов сегодня ни с кем. Мы ни с кем не хотим конфликтовать, мы ни с кем не хотим что-то делить, мы ни с кем не хотим конкурировать. Мы говорим, что сегодня мы решаем те задачи, которые стоят перед каждым из нас, с которым каждый из нас сталкивается. И так как мы находимся в цивилизационной модели развития, то есть с помощью технологий, то нужны технологии, которые отвечают вызовам этого времени и решают все эти проблемы. Вот, друзья, этим занимается SkyWay. И еще раз, друзья, когда вы будете презентовать, показывать, рассказывать, когда он говорит, ну что такое SkyWay, возьмите эту формулу, друзья, это не пустые слова, что SkyWay на сегодня это идеальный транспорт, потому что он выведен с точки зрения теории как идеальное средство перемещения с минимальными энергетическими затратами, шумовыми воздействиями на природу, соответственно, решение всех задач, которые сегодня стоят перед системами перемещения. Так вот, все эти задачи решены теоретически, а сейчас мы с вами занимаемся тем, что воплощаем эти все теоретические наработки уже в практику, в жизнь. И мы с вами создали экотехнопарк, где демонстрируются эти технологии. Сегодня уже в различных точках мира идет проработка строительства следующих этапов. И как мы говорили, что экотехнопарк будет не один и не два, их будут несколько в разных частях мира, в разных юрисдикциях, с разной точки зрения лоббистской защищенности. Это, друзья, наша с вами безопасность. Нельзя повторять то, что было в России в 2009 году, когда уничтожили полигон в Озерах, тот, который создавался 10 лет. Это была мощнейшая научная база, которая изучалась, но, опять же, из-за прихоти, из-за вандализма некоторых чиновников это было уничтожено. И
пускай это останется на их совести, все, что возможно, и по путевой структуре, и подвижной состав, то есть с того полигона, то есть ЗИЛ-131, сегодняшняя команда, и Юницкий поставил задачу, восстановили все это находится в экотехнопарке. Друзья, на сегодняшний момент, помимо того, что это все история, это еще и наука, это накопление знаний, это накопление результатов экспериментов, которые, и все это позволяет сегодня двигаться дальше. Вот. Поэтому, друзья, сегодня, опять же, мы запустили процесс, сейчас Алексей будет более подробно еще об этом говорить, это блокчейн-платформу, это именно новый инструмент для запуска проектов сети Transnet. И все, что там сделано, все, что там построено, начиная от визуализации и кончая вывязку в единую информационную и расчетную систему с использованием целой сети и целой группы специализированных расчетных инструментов и токенов. Соответственно, это все увязывается в единый инструмент, который будет только стимулировать и только направлен на строительство, развитие и адресных проектов, и сети Transnet. Соответственно, мы, как уже говорили, прям в самое ближайшее время будем запускать уже, опять же, на нашей системе платформы, это YouthSchool, совместно уже с Skyway Capital, именно обучение, как инвестировать дальше, как создавать новые продукты и как дальше развивать процесс и увеличивать свои инвестиционные возможности, инвестиционные пакеты. У нас будет мэром Transnet Олег Владимирович. Дело в том, что Transnet и город в таком плане не будет. То есть те изменения, вы помните ту формулу, которую я произношу практически на каждой и лекции по футурологии, и то, что мы тогда описываем и показываем, то, что нас ждет в будущем. Всегда есть очень такая образная и четко понятная каждому формула о том, что, друзья, за последние 20 лет мир изменился до неузнаваемости. Мир изменился радикально. Если кто-то будет со мной спорить и говорить, что он не изменился, я ему просто не поверю. Потому что я сам вижу своими глазами, ощущаюсь, особенно когда смотришь на детей. Так вот, друзья, мы с вами должны привыкнуть и понять, потому что мы находимся в этой системе, в этой структуре, что за ближайшие 10-15 лет мир изменится более радикально. И именно локомотивом этих изменений с точки зрения построения более правильной технологической цивилизации, более правильной экологической цивилизации, которая взаимодействует с окружающей средой, это будет, естественно, Skyway, и на основе его построения это Transnet. Это Transnet, это то, что ляжет в основу шестого технологического уклада, то есть следующего цивилизационного развития. Как раз Transnet, работающий на новых информационных продуктах, которые в свою очередь работают на блокчейне, это и есть то, что будет создавать уже следующий технологический уклад, к которому мы с вами приближаемся, это уже седьмой технологический уклад, целями и задачей которой все вредное производство, всю промышленность, всю нефтехимию, все, что сегодня портит экологию, вынести за пределы нашего дома, вынести за пределы Земли в космос уже на орбиту. И, соответственно, это построение новой сети, которую мы назвали уже Юнет, то есть это следующая сеть объединенная, которая будет уже решать следующие задачи, но это, друзья, по мере того, как будет реализовываться Transnet. Почему, друзья, мы об этом сейчас уже говорим? Потому что это открыто обсуждается. Если еще 5 лет назад говорить о том, что цель команды сегодня не только создание Transnet, а уже и создание общепланетарной космической системы, которая сделает экологию на Земле 100%, 5 лет назад, друзья, это звучало еще революционно, это звучало необычно, это звучало то, что вызывало какие-то, когда насмешки, когда отрицательные эмоции. Сегодня, когда весь научный мир, весь мир, который занимается футурологией, понимает, что космос необходимо использовать для того, чтобы вынести с Земли все производство. И если Transnet, он решит все проблемы этой экологического перемещения, то есть мы будем не сжигать ни одного грамма нефтепродуктов. Мы не будем получать
ни одного киловатта электроэнергии из невозобновляемых источников. Все, что будет использоваться с точки зрения электродвигателей и электромашин внутри Транснета, это все будет экологически чистая, восстанавливаемая природная энергия. И сами трассы Транснет, они будут генераторами электроэнергии, не потребителями, друзья, а генераторами энергии и для собственных нужд, и тех, кто будет находиться вовне. И эту же задачу также ставит, решает и Илон Маск, когда он создает свою систему электромобилей, это корпорация Tesla, и Powerwall, то есть это энергетическая стена, накопитель. То есть когда он продекларировал, что через 20 лет все домохозяйства или все дома будут отрезаны от проводов, они не будут потреблять сегодня энергию из невозобновляемых источников. Это, друзья, сегодня в Транснете все реализуется. И если кто забыл, Леонид, обязательно вставь вот эти фотографии с наших экотехнопарка, где на трассе Skyway станция стоит и солнечная батарея, и ветряная, и тепловые насосы. Это все, друзья, то, что будет использоваться в энергетике. И следующий момент, друзья, это уже вывод за пределы атмосферы. Это следующая задача, которую ставит перед собой инженер Юницкий. Это то, что ставит перед собой инженерно-технологическая школа, последовательными и активными участниками, которыми мы с вами являемся. И то, что мы сегодня и сначала несем как информацию, и организуем уже финансирование с точки зрения инвестиционно-производственного процесса и построения бизнеса, это то, что уже идет внедрение новых технологий. Так вот, друзья, Transnet Space, то, что мы сегодня создаем вкупе с именно блокчейн-платформой Transnet, это и есть то острие, которое будет сегодня менять мир очень быстро, именно с точки зрения решения тех проблем, которые сегодня существуют. И это как раз и есть основная задача, и то, что мы сегодня с вами и уже реализовали, то есть мы показываем, и сегодняшняя дубайская выставка, и недавно выставка в Индонезии, которая прошла, Алексей тоже вам слово об этом скажет. Это как раз то, что сегодня уже идет демонстрация. И следующее, что нас ожидает, это начало августа. Наверное, буквально на следующей или через неделю уточнится точная дата Экофеста в Марьиной Горке. Вот, соответственно, это начало августа 2018 года. А с 20 по 25 сентября это, друзья, Инотранс в Берлине, где Skyway четко, ясно и безапелляционно продекларирует о том, что скоростное передвижение на Земле со скоростями близкими к 600 км в час и с энергетическими затратами в сотни раз меньше, чем авиация и скоростной железный поезд, железная дорога, это уже сегодня реализуемое. И все это делается, еще раз повторюсь, в совокупе с новыми информационными и инновационными инвестиционными технологиями, которыми мы сегодня с вами занимаемся. Ну вот, друзья, давайте, сейчас я передаю слово Алексею. Он, как всегда, добавит свой взгляд на то, что происходит. Внимательно всегда его смотрите, потому что это и движитель, и основное сегодня, скажем так, воплощение энергии, которое идет в создании того ядра, вокруг которого будет формироваться именно вся система Транснет. Алексей, тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Вначале я хотел бы пробежаться по новостям, чтобы сделать обзор и свой взгляд на происходящее. Действительно, происходящее потрясает, поражает. Если такие новости происходили бы у нас 2 года назад, что, допустим, меньше, чем за 1,5 месяца, мы участвовали в больше, чем 3 выставках, и это просто, так скажем, повседневный абсолютно процесс, то этого, друзья, невозможно было себе представить. Сейчас действительно компания находится на той стадии, что Анатолий Эдуардович и Надежда Геннадьевна выбирают, с кем сотрудничать, на какие проекты сделать первоначальный упор, и выбирать действительно есть из чего, друзья. Потому что 22-24 марта в городе Джакарта прошла выставка, на прошлой выставке, кстати, я присутствовал, и я знаю примерно потенциал этой выставки, то есть это Railway Tech Indonesia,
2018 уже на 2017 на 2017 выставке Railway Tech Indonesia мы познакомились с Мадина Туль Фатила. Сейчас Мадина с Марией, это сотрудник отдела адресных проектов, возглавляемый Кириллом Бадулиным, фактически вдвоем еще с некоторыми сотрудниками, которые на подхвате, так скажем, говорили информацию, давали буклеты там и так далее. Но фактически два человека было на стенде. Естественно, инвесторский интерес падает. Именно то, что в прошлом году были, я имею в виду, наши сподвижники, и инвесторов уже меньше. Но, друзья, зато больше именно по адресным проектам. И это радует, потому что когда-то инвесторский интерес, именно вот по поводу инвестиций, по поводу краудинвестинга, должен сменяться таким же бурным интересом уже по запуску адресных проектов. Для того, чтобы сформировать, друзья, сеть адресных проектов, и о ней еще в 2014 году мы начали говорить на вебинаре, то есть у меня это родилось понятие просто случайно, так скажем, по Фрейду, еще ничего не предвещало, чем будем заниматься, что будем делать, как к этому придем. Просто шли, друзья. И сейчас в Индонезии действительно можно говорить о том, что сеть адресных проектов потихоньку в виде уже технико-экономических обоснований начинает формироваться. То есть об этом говорят многочисленные соглашения о сотрудничестве, по которым уже установлено конкретное сотрудничество и ведутся работы, в том числе подготовка предпроектов по взаимодействию с одним университетом, по проекту «Золотая деревня». То есть это из новостей. Я думаю, что вы все прекрасно помните, насколько большой пул задач и потенциал охватывает Мадина Туль. То есть это действительно такой вот Jedi Skyway в женском обличии. И то, что с ее руководства, с ее подачи была проведена выставка, я не знаю, если честно, кто ее организовывал, но что-то мне подсказывает, также Мадина принимала активное развитие. То есть, да, действительно, директор Skyway Technologies Indonesia отвечает за свою зону ответственности. И Мадина на высшем уровне, мы считаем, провела выставку. И выставку посетили, выставочный стенд посетили, соответственно, вице-мэр Джакарты, представители Министерства транспорта, вице-губернатор Джакарты и представитель Министерства транспорта. Ну и, собственно, естественно, это уже не первые, не холодные контакты, то есть они пришли конкретно уже договариваться. И так как Джакарта — это несколько, ну и вообще Индонезия, несколько другая страна, несколько другая территория, как и Таиланд, как и Индия, это все-таки Азия, то и моменты развития, темпы развития Skyway там свои специфические. То есть там необходимость в связке островов, естественно, то есть десятки тысяч островов, как Михаил Кириченко представил в своем репортаже. Замечательный репортаж, кстати, я рекомендую всем посмотреть. Там очень красивая съемка с дрона. То есть каким-то образом договорились и, видимо, уже есть конкретные, так скажем, уже дружественные отношения с властями Джакарты, что дроном сняли, и очень красивый репортаж, друзья. Я могу сказать, что он показывает потенциал Индонезии, и он совершенно другой по сравнению с арабскими странами, по сравнению с Австралией. Но, что важно, действительно, Skyway там также необходим. Там и огромный интерес по юниконтам, друзья. То есть юниконты — это, соответственно, такое вот самое новое направление, которое было озвучено, и очень серьезная инженерная разработка, которая, может быть, кто-то посчитает, не является новой, но
в обличии Skyway. Это совершенно инновационная, совершенно прорывная разработка, которая может решать колоссальное количество задач именно по грузам, перевозкам контейнеров. Это, естественно, существующие стандарты. Это, естественно, как Мадина Туль именно вот заявила, то, что мы не идем. И вообще вот логика, позиция Skyway, то, что мы всегда говорим, Skyway вне политики, Skyway над политикой. Несмотря на то, что, друзья, вы видите, что сейчас вот происходит с курсом рубля, я думаю, Сергей Анатольевич об этом постановится, потому что начали происходить абсолютно те же вещи, которые мы видели, ну, фактически вот в относительно недавнем времени, то есть это 2 года назад, когда курс рубля у нас просто по отношению к долларам стал катастрофическим, хотя нефть, друзья, сейчас не падает, то есть ситуации такой нет. Но об этом народный экономист, именно вот такое призвание Сергея Анатольевича, оно неоспоримо. Я думаю, что поведает, расскажет и о пути вообще России по нашему времени. Снова более чем вовремя стало необходимо говорить. Но пока мы говорим в других странах о развитии Skyway. И в Индонезии очень осторожно, очень дипломатично Мадина Туль сказала, что мы не конкурируем и мы намерены максимально способствовать интеграции современного транспорта, который существует в Джакарте, и, соответственно, интегрированию без помех какой-то, без отбора рынка и бесконкурентно. То есть это дружественная технология. Вот что можно сказать о Skyway, действительно, это дружественная технология по сравнению, по отношению к другим технологиям, тому же самому железнодорожному транспорту, тем же самым высокоскоростным поездам, которые сейчас перемещаются в Японии, в Китае. Друзья, на самом деле есть направления у Skyway, которые не будут никак конкурировать. И теми направлениями, которые будут конкурировать в те или иные страны, мы просто не будем заходить. То есть это алгоритмика, это то, что сейчас решает вот такие вот стратегические задачи, в первую очередь Анатолий Эдуардович Юницкий с Надеждой Геннадьевной, ну и подключается весь отдел адресных проектов, то есть прорабатывается на каждый адресный проект, соответственно, отдел внешних коммуникаций, отдел развития бизнеса, именно вот замдиректором по развитию бизнеса является Виктор Бабурин, всегда продумывается ситуация, чтобы, не дай бог, не было воспринято именно позиционирование Skyway не так в той или иной стране. И, соответственно, я могу сказать, друзья, что в Индонезии все цели выставки были достигнуты. Соответственно, были получены новые контакты, продолжается далее уже проработка проектов, и как Анатолий Эдуардович, просто вот вырезка даже есть, это Михаил Кириченко сам не стал говорить, а процитировал вырезкой то, что проекты, и, друзья, мы проходили это, потому что были проекты, которые раскрывались, то есть это была такая некая эйфория, помните, вот 1 миллиард в некоторых регионах Индии, и все это выносилось с таким вот удовольствием и нами передавалось, что с таким же не менее удовольствием, я думаю, передавалось и нашими недоброжелательными конкурентами, когда просто на столе у министра транспорта перед встречей с Анатолием Эдуардовичем лежала свежая газета, свежачок, так скажем, желтый написанный, хотя далеко не желтая пресса, именно вот как издание было, но действительно языком желтой прессы была написана уже на подготовленном, переведенном материале и поливание грязью просто от Анатолия Эдуардовича, всей технологии Skyway и все, что происходит вообще вокруг Skyway. Естественно, такого сейчас, имея опыт, никто не может допустить. Поэтому
Были такие проекты, этой информации достаточно. Можно говорить про штат Джархан, про штат Дхармсала там, и так далее. Мы это все, друзья, знаем. Это история, это не то, что которая канула в лету, история, которая прорабатывается. Но вот это, вот, пожалуй, наверное, единственные проекты, которые сейчас так вот серьезно раскрыты. Раскрывается соглашение, раскрывается вся информация, которую уже невозможно изменить. То есть все-таки мы живем не в мире цифровых технологий, когда даже информацию в интернете можно перепроверить, и не будет такого голословного интернета. Сейчас интернет, вы видите, во что превращается, и насколько много, так скажем, не потребных ресурсов, которые мы видим в интернете. С приходом блокчейна, естественно, это все поменяется. И не сказать, что поменяется в лучшую сторону, как-то начнут конкуренты мыслить по-другому, люди станут более благоприятно относиться друг к другу, либо технологии Skyway, но просто этого будет невозможно делать, правила игры несколько поменяются. Но в этом мире сейчас пока что мы, друзья, не живем, поэтому мы с этим миримся, мы с этим где-то конкурируем, где-то не конкурируем, но очень дипломатично входим в высшие чиновничьи слои и в такие вот высшие бизнес-круги в той стране, где уже узнают о Skyway. И, соответственно, уже с Индонезии можно переместиться, телепортироваться, так скажем, в выставку в Дубае, которую вы все наблюдаете, я думаю, как она проходит. Из членов совета правления там сейчас с именно задачами сопровождения выставки и обеспечения помощи присутствует Инета Аджана и Ирина Волкова с Владиславом Волковым. Я думаю, что они абсолютно заменят нас с Сергеем Анатольевичем, потому что нам уже в этом случае даже некогда находиться, потому что произошли очень серьезные встречи, онлайн-встречи, потому что, опять же, ехать, встречаться, это сейчас непозволительная роскошь, и мы максимально работу выстраиваем удаленно. Встречи произошли непосредственно с разработчиками ЗАО «Струнные технологии» уже по направлению платформы. Но об этом позже, чуть-чуть перейдем к выставке, то есть на чем позиционируется выставка? То есть, если Мадина Туль говорила в Джакарте, что мы максимально будем интегрироваться, мы максимально бесконкурентный, максимально дружелюбный транспорт, то вся выставка Future Cities Show 2018, которая проходит в Дубае, и сегодня она проходит уже крайний день, она позиционируется на инновациях, на, соответственно, интеллектуальных системах в современных и в новых городах и на счастье людей. То есть это действительно вот такой просто респект организаторам, потому что, наверное, арабские страны имеют право задумываться о счастье, когда они уже дали как государство возможность своим жителям и тем людям, которые эмигрируют в Арабские Эмираты, жить достойно, и действительно иметь возможности испытать полное счастье. Но, соответственно, с технологией Skyway будет исключена такая возможность, когда будешь испытывать какое-то недовольство и ожидать даже несколько минут подвижной состав, потому что каждые 2 секунды вы можете, соответственно, садиться в юнибайк, но этого просто скорости человека, как мы идем, как мы садимся, не хватит. То есть это огромный запас, друзья. И та блокчейн-система, которую мы сейчас разрабатываем, она учитывает эти интервалы, и именно по этой причине также была выбрана система блокчейна на основе графен технологий. То есть есть, да, Stellar Lumens, есть Yota, есть много что. Мы присматриваемся к EOS, то есть это уже запараллельные блокчейны и так далее. Ну, возможно, мы не будем присматриваться даже к EOS, потому что вот в ближайшие недели наши разработчики приступят к реализации идеи, вот к
кто понимает вообще, атомарные транзакции, атомарные свопы, то есть это общение между блокчейнами. То есть каждое направление, финансовые потоки, какие-то, может быть, повседневные потоки, какие-то развлекательные приложения, то есть там стриминг и так далее. Все, что будет, друзья, на самом деле в линейном городе, в каждом городе будущего, который невозможен с современным транспортом настоящего. Это девиз, как озвучил Сергей Анатольевич, действительно, как бы выставки, выставки Future Cities Show в Дубае в 2018 году. И говорили о таких, соответственно, технологиях, как летающее такси. Но вы помните все статью на ресурсах RSV Systems про то, что пока не добились успеха, мягко говоря, в этой области и разработчики, и предприниматели. Интересная, занятная инновация, и она поможет, возможно, в сокращении краш автомобилей, в сокращении вообще вот именно выделения ресурсов, очередей в Дубае там и так нет, то есть за номерами, как в России, никто не стоит, но номера, наверное, в Дубае скоро вот эти вот, которые у крутых автомобилей состоят из нескольких вообще символов, сейчас они будут электронные. И если автомобиль украден, то, соответственно, будет высвечиваться stolen, что в переводе украден. И это по идее, по именно вот задумке тех людей, которые предлагают этот бизнес, будет максимально облегчать именно вот коммуникацию этих номеров с автозаправочными станциями между остальными номерами. То есть это уже вот такая вот упаковка, но я всегда называю это как пришивание третьей руки уже к существующим и действительно нормально функционирующим двум рукам нормального человеческого тела. То есть это попытка вписать существующую транспортную инфраструктуру того, что для нее не предусмотрено. То есть осталось еще блокчейн как-то пришить к этим номерам. Ну, наверное, попытаются пришить, друзья, потому что блокчейн действительно это тренд. И это то, что, слава богу, еще в 2014 году идея зародилась. И, друзья, вот кто-то, допустим, критикует дорожную карту там и так далее. Кто не в курсе, кстати, сбросьте ссылку www.transnet.io, это сайт нашей платформы. На прошлой неделе мы его публично презентовали, ну, если можно так высказаться, то есть был проведен обычный вебинар, и часть этого вебинара, соответственно, уже была об этом сайте, о нашей блокчейн-платформе. Но все меньше и меньше мы будем говорить на самом деле, потому что, ну, можно и не русскую версию. Кстати, друзья, тоже такой интересный факт. На нас была совершена атака. И буквально вот можно было подсчитать, и мы, опять же, не скрывались. Мы дружественная платформа, мы никому не мешаем, опять же. Мы просто, так скажем, созданы как платформа. Эта платформа создается для реализации адресных проектов SkyWay и создания всех приложений, которые могут повысить их эффективность. В том числе это приложение обучение и консалтинг, что представляет наш Youth School. В том числе это биржа задач и ресурсов, которая позволит искать на проекты как разработчиков, так и в будущем инженеров и различных специалистов. То есть в будущем это может заменить такие ресурсы, как... Опять же, заменить тут неправильное слово, потому что кто-то будет продолжать искать через различные популярные ресурсы, кто-то будет использовать биржу задач и ресурсов. То есть к этому нужно прийти, друзья. Но эти инструменты мы не можем сейчас не создавать, потому что действительно платформа позиционируется как создание реального конвейера для запуска, финансирования, эксплуатации адресных проектов и далее их масштабирование, их расширение, упаковки именно в сеть адресных проектов. Сейчас мы приходим к выводу, что именно понятие сеть адресных проектов, скорее всего, предположительно, на наш взгляд, может быть реализовано только в связке с технологией блокчейн. Потому что эти проекты должны как-то между собой общаться. Какие-то проекты будут централизованы, но
Давайте приведем примеры, посмотрим на интернет, каким образом развивалась сеть интернет. То есть это сеть интернет. Сеть интернет появилась вообще с open source разработки, то есть разработки открытой именно с участием, ну, наверное, больше 50, если не сотен команд. Эти все команды решали одну глобальную задачу, чтобы создать все ресурсы, все технические инновации, чтобы интернет появился. Потом, соответственно, появился Netscape. И с появлением Netscape, вот этого первого браузера, даже еще до появления HTTP, HTTPS протоколов, вот такое бурное принятие интернет стало возникать. Слава богу, мы не в каменном веке, сейчас находимся между... в каком-то 2009 году. Слава богу, блокчейн сейчас уже вступает на рамки, на границы интернета ценностей. То есть это, как называется, интернет 3.0. Ну и вы понимаете, что мы, соответственно, позиционируемся уже как именно транспорт 4.0, индустрия 4.0 и даже затрагиваем уже следующие поколения и следующие этапы. И различные поколения, на самом деле, как и различные технологические уклады, предшествовали созданию пятого технологического уклада, ядром которого стал интернет, телекоммуникации, так и, соответственно, возникает иногда, присутствует вот такое вот золотое время, когда точки генезиса, то есть это точки рождения технологии, могут совпасть в одном отрезке двух совершенно разных технологий. То есть в нашем случае это технология блокчейн, что реализуется в полной мере на платформе Transnet, Transnet.io сайт и, соответственно, технологии Skyway. И если сейчас есть вопросы, что да, может быть какая-то конкуренция там и так далее, то как только произойдет синхронизация технологии Skyway и блокчейн, скорее всего, вообще никогда никому не будет догнать этот транспорт, потому что произойдет синхронизация, пускай нескольких адресных проектов, пускай нескольких направлений вначале, потом это расставит все время на свои места и стратегия рынка. И у нас действительно гениальный, замечательный полководец, который открывает рынки и который сейчас имеет право говорить с недипломатическим уровнем подачи информации, а уровнем подачи информации, что если вы нас не поддерживаете, мы идем, соответственно, в другую страну, потому что есть возможность таким образом говорить. И в Арабских Эмиратах, соответственно, нас максимально поддерживают. Мы с нетерпением все, и я непосредственно жду новостей вот этих бомбовых, может быть, подписания какие-то будут, может быть, друзья, но это, конечно, шутка, но в каждой шутке доля истины. Может быть, будут такие выставки, когда будет просто новость, что, дорогие друзья, личные кабинеты находятся на временном техническом обслуживании, потому что финансирование корневой технологии закрыто. И я думаю, что Анатолий Эдуардович, Виктор Бабурин это с удовольствием объявят, когда придет этому время. И, друзья, с учетом проведения переговоров на высшем уровне, то есть посмотрите вообще вот, я не буду сбрасывать в чат такие вот неофициальные записи, то есть вот от Сэма, я смотрел в Ютубе, кто знает английский, то есть там именно общение, когда наши партнеры арабские, с которыми... Ну, непосредственно я, Сергей Анатольевич, виделись, и у них также есть интерес к блокчейн-технологиям. И они уже присутствуют, приводят очень серьезных людей. И это уже после проведенных переговоров, о которых мы сейчас не можем распространяться. Я лично по той только причине, что не знаю. Ну и, соответственно, если информацию говорят, что нельзя говорить, мы ее и не будем говорить. То есть даже Сергей Анатольевич тоже не будет говорить, потому что информация абсолютно закрытая, друзья. Но это закрытая, конфиденциальная, коммерческая информация, которая имеет для нас ценность. И как только придет время, а когда может время прийти, друзья? Ну, примерно так же, как вы можете почитать на Khalij Times, то есть я думаю, что это
интересное издание. И там взяли интервью даже не у Анатолия Эдуардовича Юницкого. Анатолий Эдуардович, скорее всего, просто не было в это время на стенде. То есть это, наверное, просто плотнейший поток переговоров. И я думаю, что, скорее всего, только на несколько минут, может быть, в перерывах, на обеде, как-то член нам правлению удалось пообщаться, но, друзья, я предполагаю, потому что я видел на выставках, когда Анатолий Эдуардович работает, это переговоры, переговоры, еще раз переговоры, потому что Анатолий Эдуардович — это главное лицо, которое принимает решение и от которого, в принципе, все зависит по многим направлениям, что касается головной компании и технологии Skyway. Да, естественно, блокчейн сейчас диктует новые несколько грани. То, что есть механизмы консенсуса, нет именно вот такой вот централизации решения. Но, друзья, что будет вот точно централизовано, что если тот или иной проект в запущенном нами конвейере, даже были на него собраны инвестиции, но он не согласован с головной компанией, головная компания его не принимает, то этот проект будет просто считаться тем проектом, который просто инициаторы адресного проекта запустили, воспользовались инструментами нашей платформы. И далее, из-за отсутствия договоренности с ключевым именно игроком этой всей цепочки, Анатолием Эдуардовичем Юницким, головной компании, этот проект будет просто считаться скамом. И, друзья, мое предвидение, так скажем, так как это открытая платформа, и использовать приложение действительно сможет любой человек, но наша команда и наша задача будет направлена только на развитие вот этого конвейера сети адресных проектов, которые будут формировать отчасти, естественно, сеть Transnet. И это отличие, друзья, потому что сейчас невозможно открыть патенты, технологии. Это просто полный бред. Если сейчас Анатолий Эдуардович откроет патенты, китайцы сразу возьмут. Но что касается блокчейн-технологий, тут мы не можем быть каким-то корпоративным, закрытым, но публичным блокчейном. Позиционироваться как для людей, как для общества. Это будет воспринято сообществом блокчейн, и, соответственно, это будет раздуто и не будет никому интересно. То есть максимум, на что мы можем рассчитывать, это, так скажем, немалым своим кругом входить, но расширяться это никак не будет, потому что просто люди, которые потом пока что, может быть, не понимают, что такое технология Skyway, они не будут присоединяться и потом будут пользоваться просто как обычные пользователи. Скорее всего, финансирование адресных проектов будет невозможно, если будет закрытая логика блокчейна. То есть закрыть мы его априори, по сути, не можем, как бы не хотели. Ну и я, естественно, как человек, немножко разбирающийся в блокчейн, понимаю, что этого делать нельзя. Но будут закрытые, так скажем, направления, что касается технологии, что касается перемещения, что касается подачи сигналов, все, что касается внутренностей технологии Skyway. Это будут закрытые направления, и сейчас как раз мы прорабатываем с инженерами ЗАО «Струнные технологии», то есть это несколько очень мозговитых ребят, действительно такие вот, я называю, как алмазы в своей индустрии. И Анатолий Эдуардович нашел эти алмазы, сейчас происходит огранка, чтобы они стали бриллиантами Skyway. И, друзья, у нас тоже такие алмазы имеются. Соответственно, эти алмазы начинают с друг другом сейчас синхронизироваться. В нашем случае идет двойная огранка. Это и блокчейн, и графеном, и, соответственно, технологии Skyway. Потому что есть в команде, естественно, те люди, которые не присутствовали на Экофесте. То есть наш главный разработчик-архитектор, он присутствовал на Экофесте, который, может быть, пока не понимает, что мы создаем. И, соответственно, поэтому стратегическое направление формируется именно нами, Сергеем Анатольевичем, с подключением непосредственно лично Анатолия Эдуардовича. Мы стараемся максимально не отвлекать, а максимально уже выдавать готовые решения.
на обсуждение и в какой-то мере на согласование. Но, друзья, это нормально, потому что не все представляют тот масштаб, который будет рождаться построением Transnet, рождением сети адресных проектов на основе блокчейн. Будут это графен технологии, либо что-то другое, это покажет время, потому что наша платформа максимально адаптируема. И, соответственно, уже увязки в логику Transnet Space, которое это пространство, по лично моему мнению, втянет в себя мир интернет-вещей, потому что это будет, ну, примерно как появилось колесо, и сейчас оно используется просто в автомобиле, много где используется. То есть колесо не самостоятельная технология. Несмотря на то, что интернет сейчас огромнейшая индустрия, никто интернет не контролирует. Нет централизованных потоков, нет централизованных каналов. Есть некая цензура, хотя она и достаточно спорна, но что касается интернета, который рождается уже на технологии блокчейн, и таких проектов достаточно много, то есть Definity будет запускаться, тот же EOS позиционируется, тот же Fusion сейчас, можно сказать, что позиционируется как именно интернет 3.0 ценностей для блокчейн в области финансовых услуг, финансовых операций. Но что важно понимать, друзья, всегда четкая грань между акциями, между интеллектуальной собственностью, между какой-то организацией, которая имеет долю акций, что-то это интеллектуальная собственность, что-то мы с вами имеем. В области блокчейн это совершенно по-другому. И даже компания, которая будет зарегистрирована и иметь неких учредителей, это играет роль только в области традиционного бизнеса. Что касается блокчейн, это только токены, и в нашем случае это будут utility токены, то есть токены, которые открывают возможность к воспользованию, использованию каким-то инструментарием и, соответственно, не являются каким-то платежным средством, как биткоин, сейчас как лайткоин. То есть у нас доступ к инструментариям приложений, и по сути адресный проект это тоже такое большое приложение, которое впитывает в себя много приложений, которые созданы для того, чтобы платформа функционировала максимально эффективно, быстро, и масштабирование можно было действительно осуществлять как вот в головах пока это рождается, десятки, сотни адресных проектов за несколько месяцев. Ну а потом, соответственно, это будет, наверное, так же, как развивался интернет. То есть во многих точках земного шара одновременно тянутся вот эти оптоволоконные кабели. Вначале это были обычные вообще вот кабели, даже не оптоволокно. Но даже в деревню пришел интернет. И, друзья, постараемся так сделать, чтобы даже какой-то населенный пункт, который может организовать краудинвестинг и так далее. То есть краудинвестинг это будет такое расширяющееся нулевое окно на базе платформы. Смог бы зафинансировать свой город, но с согласования, потому что Анатолий Эдуардович сверху понимает, как эту сеть адресных проектов с точки зрения инженерной и транспортной, инфраструктурной, даже не технологии, а услуги выстраивать. То есть это видение, ну, я думаю, что только у одного человека, касаемо технологии Skyway, есть в этом мире, это Анатолий Эдуардович. То есть он видит транспортные коридоры, он видит все до мельчайших подробностей, начиная от крупных транспортных артерий, как вот мы говорили про перевозку сибирского холода, про Санкт-Петербург, Владивосток. То есть это такие позвоночники, это действительно хребет экономики, построенной на базе технологии Skyway, как ядра шестого технологического уклада. И, соответственно, это будет уже на более мелкие составляющие отделяться. И, на наш взгляд, как именно вот энтузиастов, тех людей, которые принимают участие, создают непосредственно эту платформу именно в плане стратегического видения, и в плане донесения информации до тех людей, которые, может быть, не понимают, что такое бизнес Skyway, что такое Transnet Space,
И Сергей Анатольевич, это действительно вот как человек с огромнейшим опытом в плане экономики, макроэкономики, прогнозирования, стратегического развития. И я как ученик Сергея Анатольевича в этих вещах, но с несколько другой точки зрения, своего взгляда, воспринимающий эту реальность реальной экономики, это не тавтология, друзья, и, соответственно, находящийся на стыке именно блокчейн и реальная экономика, цифровая экономика, реальная экономика. То есть тут с моей стороны определенный баланс. И люди, которые чисто в блокчейне, чисто в IT, что касается дизайна интерфейсов, чисто в project менеджменте, чисто в SMM, то есть это те специалисты, которых необходимо направлять, и мы, собственно, это каждый день и осуществляем. И, друзья, на самом деле, вот если бы мы не поехали, если бы мы все бросили бы и сказали бы, что вот хорошо, в Арабские Эмираты нужно ехать, несмотря на то, что Пинетта там будет, Влад Волков, Ирина Волкова, все равно поехать, так скажем, для массовки сейчас просто нет возможности, нет такой роскоши так поступать, так делать. Потому что понимание пришло в пятницу. В пятницу прошли уже непосредственно встречи, переговоры, и мы уже прописывали схему, каким образом, без каких-либо угроз и рисков для технологии блокчейн, для технологии Skyway, в синхронизации с технологией блокчейн, что будет какой-то контроль движением там и так далее. Вот эти все нюансы уже прорабатывались. Ну, друзья, при именно вот зарождении идеи платформы, а до платформы еще в 2014 году мы думали, каким образом привязаться к неким активам. Так, кстати, появился юнит, который в Skyway Invest Group, то есть это лично, я не помню, либо моя, либо наша с Сергеем Анатольевичем придумка названия. Ну и сейчас это используется как внутренняя единица. Хорошее название, но, друзья, естественно, мы таким образом. То есть в простонародье этот токен будет называться ют, он будет именно вот тикер биржевой иметь другой, и он тоже обоснованный. Ну, давайте в простонародье привыкать как ют. То есть мы уже раскрываем ют скул, ют ворк, соответственно, биржа задач и ресурсов. И вот в чем суть пятницы, мы могли быть в подготовке в Арабские Эмираты, и на выходных тоже мозговой штурм был. И далее уже наши разработчики. То, что наверное, очень сложно уравновешивать вот эти процессы, когда кто-то чисто в блокчейне, кто-то чисто в системах автоматизированного управления, и именно сделать эти направления дружественным друг к другу, чтобы было взаимопонимание. Это взаимопонимание настало, поэтому то, что предполагалось, что будет делаться только через 2-2,5 года, и вначале в виде размещения токена планировалась система привлечение инвестиций под обоснованную экономику токена, то сейчас уже мы задумываемся, а каким же образом на основе utility назначения токена будет работать технология Skyway, но технология Skyway будет работать отдельно, и блокчейн просто будет спрашивать, а могу ли я взять данные, а могу ли я зафиксировать, а поехал ли уже подвижной состав, могу ли я это дублировать в блокчейн-систему, то есть блокчейн сам ничего не решает. Ну и это глупо, я думаю, что так предполагать, судить, потому что блокчейн это не искусственный интеллект. А искусственный интеллект что-то мне подсказывает, друзья, внутри технологии Skyway традиция самый мощный и самый дружественный. И вот эти вот Siri, кстати, вот тоже буквально на прошлых выходных с другом мы прикалывались и общались уже с искусственным интеллектом, ассистентом Samsung. То есть достаточно хорошо общается, а на английском так вообще, можно сказать, шпарит. Но это только зарождение, и только рождая сеть адресных проектов на основе инфраструктуры, которая состоит из специального струнного рельса, внутри которого есть электричество, интернет, все, что пожелает душа, можно родить вот такие мощные системы. Сейчас это только зачатки, друзья.
И мы действительно на пороге открытия и прохождения, начала развития, именно зарождения, входа технологии на рынок, как в самой инжиниринговой технологии, так и в технологии блокчейн. И многие, соответственно, задают вопросы вот про партнерскую программу. Друзья, партнерская программа и блокчейн – это не дружественные вещи друг к другу. Партнерская программа вся будет в Skyway Capital и в РСВ. Со Skyway Invest Group пока никаких договоренностей. Что касается адресных проектов, которые будут запускаться на базе платформы Transnet. Но поверьте мне, это будет достаточно интересно, потому что никуда не пропадут те структуры, которые сейчас выстраиваются. И сейчас этим никак нельзя воспользоваться, но настанет тот день, настанет тот час, когда, я думаю, мы одним махом, нулевое окно, именно инвесторы Skyway, потому что будет в адресные проекты возможность только у инвесторов Skyway приоритетного входа, заполнят, покажет время, четверть, может быть половину, а может быть все. Ну и в будущем, друзья, окно краудинвестинга, можно это будет по-другому называть, то есть это уже, мы уже со всеми членами правления будем решать, оно будет расширяться, расширяться, и настанет тоже такие проекты, когда все будет закрывать финансирование и далее строительство, эксплуатацию. Строительство, кстати, тоже будет токенизировано только краудинвестинговым окном. Это рабочее, пускай будет название, нулевое окно. Почему нулевое? Потому что оно самое важное, и оно даже важнее первого. И в нулевое окно смогут войти только те люди, которые поверили в технологию Skyway, инвестировали. И, соответственно, будет очень много маркетинговых инструментов рождаться, друзья. Я сейчас не буду говорить, но они действительно очень крутые. И дай бог нам дожить до этих проблем, как говорит Сергей Анатольевич, когда в проект Skyway, в технологию Skyway уже блокчейн Transnet и, соответственно, в Skyway Capital и в РСВ будет присоединяться не по 1000, не по 10 тысяч людей в день, а по сотню тысяч за несколько дней. Это абсолютно реально, это абсолютно возможно, и, друзья, мы к этому стремимся. Ну и в завершение могу сказать, что, друзья, этим выставки еще не заканчиваются, потому что с 10 по 14 апреля Кирилл Бадулин, отправив свой женский десант, Мария, замечательная специалист именно отдела адресных проектов, и Светлана, зам руководителя отдела адресных проектов, вот что касается уже Арабских Эмиратов, идет разделение даже от отдела адресных проектов. Кирилл в этот раз участвует в Киеве на выставке Made in Беларусь. И, соответственно, друзья, бог его знает, в какие страны отправятся представители Skyway, члены правления, просто не предполагаем. Воспринимаем это уже как некую данность, куда, так скажем, страна позовет, а страна наша это Skyway, туда и пойдем. Но, естественно, друзья, мы все патриоты, и мы хотим, так как это вебинар русский, чтобы Skyway реализовался также и на российском пространстве. Сергей Анатольевич, вам слово. Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир Транснету. Ну а Транснет это уже такое вот несколько более обширное сейчас понимание с запуском платформы Transnet. Так, спасибо, Алексей. Да, что-то у меня просто это включил запись, подвисло чуть. Вот. Спасибо, Алексей. То есть, видите, мы даем общую такую и картину, и представление. То есть сейчас, я думаю, ни у кого не возникает уже там недопонимания или вопросов, что и как будет дальше. Мы дальше эту информацию будем развивать, Youth School нашу, именно систему, которая будет
показывать и как работает платформа Transnet, и как развивается Skyway, и как система инвестирования, как взаимодействие токена и, соответственно, активов, которые сегодня есть. Мы все это будем выстраивать, делать и с вами двигаться. Естественно, что наша задача сейчас – это сам процесс инвестирования в Skyway и вести уже сегодня для нас традиционным методом, то есть это пока не закрыт вход корневой. Потом это, соответственно, уже токенизация и запуск адресных проектов. Там тоже есть целая будет стратегия по тому, как и что это будет развиваться и делать. Вот. Поэтому, друзья, можно констатировать, что эта неделя у нас прошла очень и очень активно с точки зрения проекта. Мы все ждем сегодня новостей, которые будут в 20 часов. Мы сегодня с вами ждем результатов и отчета то, что проведено в Дубае. Она будет и от членов правления Совета директоров Skyway Capital, это Инетты и Ирины. Вот, соответственно, это будет и Михаил Кириченко интервью с, я думаю, с Багуриным и с Юницким. И еще много что мы с вами будем видеть, но как именно результат, это те события, которые будут именно воздействовать на скорость и продолжение развития проекта. То есть это то, что мы с вами сейчас делаем. Вот, поэтому то, что Алексей сейчас буквально упомянул одним словом, то есть я очень мягко от этой темы как бы отошел, о том, что сегодня, да, внешняя конъюнктура очень сложная и сложная общеполитическая ситуация, которая наблюдается, это и санкции против России, это и конфронтация и обострение уже экономической, соответственно, противостояние. Мы с вами видим и сейчас противостояние Америки с Китаем, там очередная торговая война. И сегодня то, что складывается военное противостояние вокруг Сирии и сейчас, к сожалению, в Украине опять, в Донецкой и Луганской республике, все это усложняется. Это, друзья, тот внешний фон, который сегодня идет. И если привести такой пример, что мы запустили сам краудинвестинг в феврале 2014 года, как вы помните, уже март-апрель начался Майдан, потом революция на Украине, потом переворот с новой властью, и у нас было очень много инвесторов с Украины, и тогда даже никто не мог предположить, что и как дальше будет двигаться, и это очень и очень была такая очень сложная нервозная ситуация. Но, друзья, мы пережили это время, мы прошли, и как показывает практика сейчас, что развиваться Skyway и двигаться он будет вне зависимости от всех внешних факторов. Потому что то, что мы делаем сегодня, надо большинству людей, надо каждому жителю Земли. И дальше весь вопрос, во что бы политики или политиканы сегодня не играли, какие бы они не устраивали сегодня показательные там пляски с оружием друг против друга. Друзья, мы, несмотря ни на что, будем делать свою работу, будем делать свое дело. А для нас это строить Transnet, строить Skyway, спасать планету и создавать технологию, которая будет всех не вводить в конфликт и что-то делить, а объединять. И в этом плане, друзья, я могу сказать, что мы, наверное, единственная именно технологическая платформа, который находится вне политики, вне национальности. Мы дружелюбно находимся и относимся ко всем. Вот. И наша задача это чтобы убрать сами основы, сами именно противоречия для конфликтов, которые сегодня приводят к конфликтам. Тут задают вопрос, что так, обучение блокчейну, когда начнется. Ну, друзья, мы готовим сейчас даже не саму блокчейну, а именно основам и работы платформы, то есть именно как специализированного приложения, которое направлено на построение и развитие транснета. Вот. Поэтому здесь задают вопрос по доллару, будет ли доллар, так сказать, 70. Лично мое мнение, друзья, что будет и очень скоро, что ситуация сдерживалась и напрягалась очень долго. Вот, сегодня по разным причинам Россия ожидает очень сложные экономические времена в ближайшее время. И мы с вами будем свидетелями. Это
не первый раз за то время, как мы находимся уже на информационном пространстве, то есть с февраля 2014 года. Мы много с вами видели уже и обострение ситуации, которые происходили с резким изменением конъюнктуры и курсов. Поэтому это как раз и сам там октябрь-ноябрь 2014 года, потом 2016 год. Сейчас опять, друзья, то есть мир и ситуация в мире очень сложная. И те противоречия, которые накапливались десятилетиями, они, конечно, сегодня во многом дают, скажем так, свои результаты. Но у нас свой взгляд на то, что происходит, свой взгляд на то, что надо делать, и свой взгляд, какие меры сегодня надо предпринимать для того, чтобы многих проблем сегодня избежать. И основа – это, конечно, строй SkyWay. Это приведет и к созданию рабочих мест, и к росту ВВП, и к именно ресурсному перераспределению с точки зрения потребления всевозможными дефицитными, особенно сегодня, ресурсами. Это все система Transnet и SkyWay. Поэтому, друзья, наша задача, мы ни в коем случае не собираемся менять этот подход, мы будем дальше продолжать и дальше будем работать и делать. Мы с вами, друзья, будем готовиться уже к нашему главному событию для нас с вами, это встреча на Экофесте, где мы с вами будем обмениваться взглядами на то, что происходит, обмениваться информацией, соответственно, актив и основная команда будут отчитываться за то, что перед инвесторами, за то, что сделано. Мы с вами будем делиться планами на будущее, и, конечно, это грандиозное событие. Для нас еще, друзья, очень важно, что мы очень надеемся, что к этому времени мы запустим уже именно синхронизацию и демонстрацию экономики токена SkyWay, то есть Юта, к реальной экономике, к реальной уже транспортной и производственной инфраструктуре. Это, друзья, то, что никто никогда в мире даже не пытался сделать. А мы не то, что это делаем, друзья. Мы очень рассчитываем, что к Экофесту мы уже прежде всего блокчейн-сообществу и всему мировому экономическому сообществу, те, кто сегодня участвует в инвестиционных процессах, мы покажем именно основы новой цифровой экономики, которая будет действовать будет построена на основе взаимодействия цифровых технологий, которые будут фиксироваться в блокчейне с реальными транспортными энергетическими процессами и транспортными энергетическим бизнесом. Поэтому, друзья, это тоже очень важный момент, и все, что в общем комплексе готовится к демонстрации на Экофесте, это, конечно, друзья, будет просто грандиозное событие. Я очень надеюсь, что практически с каждым из вас мы встретимся, у нас будет возможность пообщаться, во всяком случае, вместе порадоваться за ту систему, которую мы создаем, но и дальше планы на будущее и двигаться в дальнейшем, скажем так, новым горизонтом, которые будут открываться. Потому что сейчас, друзья, мы по запуску и старту платформы, у нас здесь очень серьезно возникают сейчас и партнеры, и союзники, и новые цели и задачи. И, конечно, то, что сегодня реализуется и двигается, друзья, это просто с точки зрения экономики и построения систем, это, конечно, крайне важная и грандиозная вещь. Поэтому, друзья, давайте на этом мы с вами прощаемся. Вы сегодня вспомните, я думаю, сегодня и наше общение, наш вебинар в 20 часов по московскому времени. Вот, соответственно, я вас поздравляю с тем, что сегодня планируется в 23:59 закрыть очередной 10-й этап, соответственно, развития проекта SkyWay. Ну а на следующем вебинаре, в следующую среду, у вас, друзья, будет еще очень большое количество интересной для вас информации, которая пойдет в развитие тех событий и будет из развития тех событий, которые в данный момент происходят. Значит, завтра у нас 12 апреля, день космонавтики. Мы поздравляем всех, кто имеет отношение к этой отрасли. Но здесь, друзья, я тоже могу сказать, что я очень там много и серьезно общаюсь с Сергеем Каркалевым. Это дважды герой Советского Союза и России. Это человек, который провел больше всего
времени из живущих на Земле людей на орбите. И когда он выслушал о проекте SkyWay, а потом о ОТС, то есть общепланетарном транспортном средстве, и концепции, которые позволят выводить на орбиту уже целые заводы, то его слова сказал: да, я понимаю, что это будущее развитие космонавтики, я понимаю, что мы создали для этого всю научную основу. То есть он, как человек, который провел больше года на орбите, соответственно, это наработанный бесценный научный опыт для того, чтобы наши уже будущие потом, скажем так, в ближайшее время, то есть 10-15 лет, сотрудники, которые будут работать на орбите, они будут использовать, естественно, весь этот опыт. И тоже понятно, что осваивать космическое пространство вокруг Земли и строить там производственную базу можно только не ракетным образом, а с использованием новых технологических решений, которые как раз и предлагает инженерная школа Анатолия Эдуардовича Юницкого. Поэтому, друзья, мы тоже имеем прямое отношение к космонавтике, хотя бы потому, что инженер Юницкий в советские годы был членом ассоциации, так это, федерации, там, членом Федерации космонавтики СССР. И в 1989 году в Гомеле он проводил первую в мире конференцию по неракетному освоению космоса. Это еще было до рождения SkyWay. То есть, соответственно, мы с вами, друзья, сейчас говорим, что потом был сделан шаг в сторону и разработана система SkyWay и Transnet. И сегодня мы реализуем проект Transnet Space, то есть построение Transnet на Земле. Но следующий наш шаг, который будет делаться на основе инженерных работ, это построение уже U-Net, следующей сети, это уже будет Space технологии, и это все, что нам надо. Поэтому, друзья, всех нас, как уже имеющих непосредственно отношение к космонавтике, а все, кто сегодня в SkyWay, друзья, и все, кто сегодня поверил и пошел за Юницким, мы все с вами создаем систему, которая сделает космос абсолютно доступным и абсолютно пригодным для того, чтобы его использовать уже для непосредственно наших земных и производственных. Все, друзья, всего доброго. Строй SkyWay, спасай планету и Technology Unite. Технологии объединяют. Все, друзья, всего доброго. До новых встреч.